Привет! Привет! Вы на канале Мистер Макс. Сегодня мы открываем Машу и Медведь. Мы открываем киндер-сюрпризы из серии Маша и Медведь. Вот такие вот киндеры у нас есть. С Мишей Машей, с Волком Зайкой и с Машей и с Белочкой. Ну давай открывать и смотреть, попадется ли нам Маша сегодня или может еще кто-то из серии. А ну-ка смотрим. Какая капсула? Желтая. Так, это не серийная. Что у нас здесь попадется? Машинка. Нам попалась такая красная машинка. Высокая, как внедорожник. Это джип. Джип. Вот вся серия этих гоночных машин. Это машинка с пускателем таким. Запускаешь, и она едет. Пускается. Есть. Вот наша машинка. Уже с наклейками. У нее есть такой пускатель. Его вставляешь. Чпок. И можно пускать. О, видишь, как быстро? Есть! Припарковалась. Следующее яйцо с волком и зайкой. Желтое. Желтое, опять не серийное. Тоже машинка? Да. Вот такая гоночная машина нам попалась. Это как болид Формулы-1. Как Франческо. А вот и вся коллекция. Вот, вот этот нам уже попался сегодня. И вот этот. Макс уже готов запускать. Клево. Вот еще наклейки. Формула-1. Это Формула 2. Нет, Формула 2. Просто есть вот гонки Формула 1. Вот такие вот машинки там выступают гоночные, как Франческо. И как вот это. Вот наша машинка. Болид такой. Это быстрые такие. Летают. Вот такой вот пускатель тоже у нее есть. Ставим. Можно запускать? Есть. А давай кто быстрее, давай. Да. Красная или зеленая? Давай. Сейчас. О, твой развернулся что-то. Что-то развернулся. Еще раз? Да. Давай, пускаем. О, твой дальше поехал. Следующий сюрприз с Машей и с Белочкой. Какая? Оранжевая. Оранжевая. Кто-то здесь должен быть из коллекции. Посмотрим, какая коллекция тут. Маша! Маша, сразу же главная героиня. Первая из мультика. Маша нам попалась такая. Танцующая. Что-то она приплясывает себе. Приплясывает? Да. Привет, я Маша. Вот вкладыш. Там мягкий зайчик. А вот и вся коллекция игрушек. Там мягкий зайчик. Угу. Угу. То есть тут такой сборняк. Вот из чупа-чупсов похожая такая есть, усатая. У нас такой мишка вроде есть уже. И волк такой у нас есть. И белка тоже. Так, яйцо с Машей, уже желтая капсула. Ой, монстр-машина! Машина-монстр, ты их называешь? Да. Вот такая вот машина-монстр нам попалась.
Это инерционные машинки, сами едут. Вот и вся коллекция этих тачек. Вот наша машинка. Я понял, что Макс называет их монстрами. Вон как глаза, зубы. Точно как монстры. И она инерционная. Назад оттягиваешь. Не, сильнее надо, значит. Ой, я разбила. Сбила Машу. Она... И медведя. Сбила Машу и медведя. Просто Маша. Все, можно открыть. Сбила Машу и машинку. Машу и машинку, да. Следующий киндер. Оранжевая. Кто у нас будет здесь? Маша! Опять Маша? Такая же или другая? Такая же. Две одинаковых Маши у нас попалось. Привет, мы Маши. Еще раз вкладыш. Открываем последний. Желтая. Значит, здесь не Маша точно. А инерционная. Что? Еще одна инерционная. Все машинки. А цвет другой? Да. Из той же серии получается. Вот вкладыш с машинкой. Но это уже не монстр, уже без глаз. И еще раз вся коллекция. А вот и наша машинка. Давай запускать. Только они сейчас улетят. А ну. Не надо, чтобы улетали. Чух. Твоя где-то упала на тебя. Вот так вот мы открыли 6 киндеров из серии Маша и Медведь. И получается, что Маша и Медведь для мальчиков. 4 машинки и 2 Маши. Ставь лайк. И подписывайся на канал Мистер Макс. Пока-пока. Пока-пока.